Всем привет, с вами Шмагов на канале Ушмаги. Сегодня поиграем в игру под названием Windbound, что в переводе означает застрявший в страх или что-то типа того, не знаю. Новая игра. История, для которой вот полностью прокачиваем в мире Windbound. А, выживание, кому интересно знать историю, или выживание, или историю, давайте историю, а зачем выживание? Давайте исследовать. Студия пяти жизней. Так, представляет, да? Или не представляет? Мы падаем с неба или мы в воде? Мы в воде, хорошо. Или плохо, не знаю. А, плохо, видимо. Застрявшие под ветром, наверное. Так, да? Или как? Короче, я не знаю. Перевод. Если знаете, то... Это... Была, короче, борьба с ветром, я понял. С непогодой, так скажем. Да? Стой, типа, стой. Это что такое? Кальмар какой-то огромный. А, осьминожка. Осьминожка-то большая какая-то. В смысле, она под водой уже 30 минут. А, или это воспоминание, или это что? А, ну скорее всего, короче, мы сейчас будем на каком-нибудь острове, типа, да, и будем наполнять жизнью остров. А это вообще инопланетянин был. Осьминог инопланетянин. И нет. Да? Мы внутрь должны зайти, я понял. Используй... Так, мы на острове. А, мы типа в обратно или нет? Воспоминания вернулись. Ой, в смысле назад. Точнее, ну, короче, в прошлое. Или нет? Или это, типа, все по новой, да? Нам нужно, короче, на плоту спасаться. Правильно понял. А чтобы на плоту спасаться, его нужно построить. А чтобы построить, нам нужно сейчас собирать очень таких ресурсов, скорее всего. Но это не точно. Но подозрение, что так и надо будет. Так, глава «Затерянные острова». Глава первая. Я могу взять камень. Да, в себе, в сумку. Там я могу поистине универсальный ресурс. Да я понял, можно закрыть. Понял, что камерой можно вспомнить. Три камня. А, слушай, я, наверное, могу что-нибудь крафтить, да? Да, вот на инвентарь. И предметы. Надежный клинок у меня есть. Создание. Создание. Оружие. Глубокое оружие становится за... Палки. А, мне нужна палка, все, понял. Иди. Так, и мы можем, наверное, собирать. А, ты бегать умеешь? Умеешь, да? А эти стопанцы. А, все. А, у нее, короче, есть плотная волосы, на удивление прочная. Окей. Значит, новый рецепт, травяная веревка. Веревку можем сделать. Окей. Камень. Так, а ты прыгаешь? Да, ты прыгаешь. А, так тут огромный остров, короче. А я плавать умею? Да, умею. А что это такое вот желтенькое? Что за... Это что? Это выносливость, типа? Да, это выносливость. А, но она быстро восполняется, так что... Это во мне... Во мне... Такие... И выносливость... 3 часа. А тут еще какие-то ветра, как бы, да? А подожди, а можно я опцию сделаю звук погромче? 75. Создание предметов. Я могу создать предметы. Подожди, я не могу пока создать предметы. Да вот стань ты, да ты. А, я могу прятаться. Все, я понял. Так. А, вон там какие-то ходят эти. У них, наверное, есть еда. А, подожди, единичка. А, так у меня он использовал. Нож. Я, да, понял. Так. Но подожди, мне пока нож не нужен. Мне нужна палка. Где палку взять? А, вот дерево. Я могу у тебя дерево? О, рыжая шляпка. Тапанский. А зачем ты сразу съел?
Что восполняет? Здоровье, типа. Мне нужна палка, подождите, подождите. Зачем мне это? Камень мне не нужен, мне нужен палка, да? Правильно я понимаю? А копье из палки, мне нужна палка. А где его? А, выживание, веревка. А, вот я типа делаю веревку. Веревка из травы. Хорошо. Чем она мне нужна? Вздернуть висельником. По парусам управлять. Так, ага. Подожди, я не хочу пока... Я видел, там какие-то кабанчики идут, но, скорее всего, это еда. Но у меня нету полоски... Опа, стоп, еда. Ягоды коджи. Маленькие съедобные плоды лучше есть их сразу после сбора. Восполняет А, ну они просто тупо выносливость восполняют. Нахрен мне выносливость? А, может быть, со временем выносливость, типа... Со временем... ну ладно, так. Я тут не вижу, короче, деревьев и палок. Но они, по идее, должны быть. Правильно я понимаю? Нет, там какие-то... Два кабана... Ой, ё-моё, копать. Ага, у меня нет. Но в рецепт стенная лопата. Ага, понял. А они нападают на меня вообще или нет? Я вроде не нападают. Так, камней-то я дофига собрал. Вот там что-то интересное. Ну, погнали, поплаваем. Слушай... А в воде водятся какие-нибудь типа рыбы, наверное, да? Или нет? Скорее всего, да. А если сейчас закончится выносливость, что мне делать? А, ничего не делать. А, вторая пошла палка выносливости. Подожди. Что за бред? А! О, она вообще просто в воде, она не восполняет... Ну, а то есть я могу утонуть, в принципе, или... Ну, короче, какая-то странная ситуация пока что. Ну ладно, это не важно. На самом деле, мы просто берем и плывем. Не доплывем, так это наши проблемы. Доплывем, это вообще. Нам нужна палка. Чтобы что-то крабать. Что это такое? А, вот и выносливость пошла. Пошла на убыль, да? Как я посмотрю. А, КТ, подождите, у меня КТ у монитора. КТ очень интересно, что там происходит с этой. Так, это убрали вроде. Ничего не понял. А, мне нужна еда, да, тогда будет выносливость. Все, понял, как работает эта еда, для чего и как. А, ты умеешь паркурить? Умеешь. Что здесь? Здесь ничего. Просто... А, е... А, так. Такой... это какой-то алтарь. То, что слышите звук. Это значит, что в алтаре есть что-то там наверху, значит, что-то есть. А, может быть, я могу. Значит, ты нормальный человек, вообще нет, а? Да, подожди. То есть, короче, подожди, давай до верху доползем. Да ты паркуришь же ведь, или ты не паркуришь? Как-то странно. Здесь нужно немножко прыгнуть. Так, понял, хорошо. Так, так. А что там наверху-то будет, алло? Что-то не посмотрел, надо было снизу посмотреть. Я же умею, мне же сказали, что я могу вращать камеры тут. А, о, что-то такое, здорово. Удерживать, чтобы пропустить, но мы пока не будем пропускать. А, мы подобрали, я понял, мы подобрали, короче, кристаллы какие-то. Это на... Водоворот расширяется, охотник ловит жертву. Что? Какую еще? А, мы открыли... Мы открыли какой-то лазер. Короче, нам нужно будет... с этой прекрасной раковины резонирует магическая сила, таинственная реликвия ушедших времен. Я так и понял. Так, если я упаду... Больно или нет? Подожди, вот тут какие-то... Мне нужна палка вообще. Я хочу палку, хочу сделать себе копию. Всё, так. Значит, трава. Трава. Плотная. Или потная. Потно-плотная. Потно-плотная, да? Смотри, там есть какой-то тоже островок. Там есть дерево. Но мы, по-моему, оттуда приплыли, да? Насколько я понял. Да, мы, по-моему, оттуда приплыли как раз-таки. Были мы сюда, вот там есть тоже какой-то островок. Слушай, а мы не можем, короче, мы не можем. Мы не можем, я имею в виду, самое. Звезду могу поймать? Нет, не могу.
Так, подожди, может быть, что-то появилось в инвентаре еще? Выживание. Удобный инструмент, если что нужно в земле. Кость, гребень, мощнорога. Хорошо. Простая сумочка, пальмовый лист и травяная веревочка. Оружие. Опа, так, что это такое? Простая, прощаясь, не самое изящное оружие, но мы можем его сделать. Ага, все, мы сделали. Подожди, выйди. Дальний бой, удерживайте право, чтобы подключить оружие. Среди типа. Ага. Пробуем. Так, с камнем мы можем взаимодействовать. Короче, мы можем так. Подожди, туда поплывем или пойдем этих барашков загасим? А в смысл мне этих загашивать? Ой, ну в смысле, зачем мне бедных панов? Ну хотя, может быть, в этом есть и смысл какой-то. Ну пойдем, да, ладно, погнали. Мы доплывем. Доплывем до острова, где мы были, и если shift, то есть, короче, плавать она, я понял, тут сделано на то, чтобы плавать было некомфортно. А в этом весь вся суть, нам нужно будет плавать от острова к острову и крафтить всякую... Да, вот, видишь, еда у меня, да, я понял тебя, это нормально, хорошо. О, рыба, кстати, проплывала какая-то. А, вот оно как чё, вот оно как... происходит. Прикольно. Я понял, как это работает и зачем еда. Так что пойдем. А я на том же острове очнулся. Да ладно, блин, так тут нет еды. А как я? А как мне? Что мне делать? Тут нет еды на этом острове. Это не прикольно. Это очень... Так, а подожди, мне надо, значит, заново начинать? А что за бред? Я, видимо, поспешил плыть сюда, надо было на том острове делать. Мне камень-то не нужны теперь. Тут только камни и все, а еда, смотри, не восполняется. Нужно было собрать там кучу еды. А как мне теперь, что мне теперь делать? Скажите, пожалуйста. Да ё-моё, прыгай, говорю. Точно. Хорошо. Блин, я, получается, что, я проиграл уже? Я вот, видишь, я не вижу, куда я могу уплыть-то. Самый ближний остров, откуда мы были. 12 камней, то есть... А вон тот-то дальше, чем мы были. А еды у меня нету. Все. Так, а все. Еду я могу? Молоток, палка, гребень, мечнорога какого. Я не могу никуда доплыть-то, алло, ребят. А как тут играть-то тогда? В воде она тупо просто... А, подожди, слушай, а может быть я могу типа до камня доползти, к примеру? Ну, в смысле, доплыть. Нет, ну а как тогда? Надо заново начинать? Это что так? До камня не могу. Блин, еще и КТ там что-то разыгралось. Ну да, это как бы... Я понял. Не... Это вот в чем смысл был. Это нужно начинать заново, правильно? Я опять же на том же острове, с которого начал, да? Но это бред, честно говоря. Потому что, ну, типа, это бред. Нет, выход. Да, окей, давай-ка еще раз. Значит, нам нужно оставаться на том острове. Нет, подожди. Новая игра. История. Мы это все видели. Да. Нам нужно, короче, на первом острове нам нужно собрать еды, потом собраться туда, взять кристаллов, типа, да, пачку. Потом дальше приплыть до того острова.
Но! Так, окей. Затерянные острова. Я понял тебя. Так, давай, собираем, короче, камни. Ну, это, если честно, бред. Ну, то есть, это как бы, ну, это не вытекает из логики игры, если честно. Ну, то есть, типа, ты... да, я понял. Так. ты... Ну, как бы, а как я должен был догадаться, что я без еды не могу плыть туда дальше? Ну, то есть, это бред. На том острове не было, допустим, воды. Ой, в смысле, еды. А воды тут, типа, не нужно, да? Тоже какой-то, ну, мара. Ну, это ладно, это не важно, это мы дальше играем. Так. То есть, камней мне хватит, да, наверное? Прощу-то я могу, я умею делать прощу. А, вот смотри, тут кто какой-то маленький песос какой-то бегает. Так, подожди. Инвентарь, что я могу делать? Выживание, только веревку. Веревку, делаю веревку. Дурацкую. Да. Так, дальше что у нас есть? Пальмовый лист, травяная веревка. Плотная трава и веревка. Есть. Сейчас мы будем кидаться, короче, в них камнями. Смысл только это. То, что ну, здесь другие какие-то животные. То есть это зависит от... Не знаю, от чего это, короче, зависит. Пальма есть тут где-нибудь? Так, мы тогда делаем прощу. Правильно, делаем прощу. Дание предметов, я понял тебя. Так. Прочная проща, шкуру нужна. Поток нужен. Палка нужна. Пальмовый лист. Но это для сумки. Да отстань, так. Да уйди, я уже это читал. Так. Слушай, да, видишь, тут, видимо, от местности зависит. А, этих нужно выкапывать, короче, как я понял. Копать, да. Копай. Но копат нет лопаты. Так, мы еще, значит, один этот выясним. Да, это же немножко другой остров, который я был, которым я был, или нет. Там были какие-то ягоды, что там было. Так, ну давай попробуем этих. Опа. Мазафака. Фак. Фак. Нет. Что за бред? Да. Да ты можешь отстать от меня, пожалуйста. Ты захвати своими тупырыми этими. Опа! Опа, ничего себе. Нормально, секач. Да вставай ты, слышишь ты? Она косая, как... Ну, как... Я понял. Так, а можно убрать оружие, да, и нож? Да блин. Ты слышишь? Я же прыгал. Ты дурак? Эй, алло, женщина. Ты нормальная? Понятно. Я проиграл, короче, секачу какому-то. Нормально. Ты? Не, ну так-то, короче, я понял. Все. Мы проиграли, отстань, секач. Печальная игра, очень печальная игра. Опять.
Такого же не было в первый раз. Почему я теперь умираю и... это вообще заново, типа, получается, совсем, да? Если меня убивает животное, то я... Если я тону, меня возвращают... Ну, я понял, да. Хорошо. Не-не-не. Глава первая! А мы все на ней. Мы все на главе первой. Мы даже не продвинулись никуда. Да. Но... Ну и ладно. Не, ну играю я как боженька, я согласен. В принципе, в этом и уверен. Да. Так, хорошо. Мы собрали травы. Собрали травы, собрали камней. А, то есть, смотрите, вот, то есть мы попали вообще на остров, на котором нету ничего, кроме камней и... И все. Куда брать палки, я так и не понял. Ну ладно, это, наверное... А, это, слушай, а может... Вот так. Ты нормально? Нет вообще. Почему она не умеет плавать, если она, это, как ее... Да хватит уже. О, что это, рыба? А, нет, камень. Камень в воде не подбирается. Понял, хорошо. А что нам нужно там было для этой секиры? Не секиры, а этой... Вообще, ладно, эти животные, типа, мы... Они на нас не нападают, правильно? Блинк. Взаимодействуем. Все нашли. О! Так, небольшой кусок сырого мяса. Может, съесть его сырым, чтобы перебить голод. Многоэффект остановлен. Ограничен. Лист блинка. В инвентаре у меня появилось мясо, которое портится, да, и... Так, ладно, мы делаем веревку тогда. Сейчас сделаем прощу, опять же, да? Вина проща. Так, хорошо. Вот это вот зеленое, это случайно не палку? А, я могу прятаться в листах. Ой, в... Так, в смысле. А, я пока есть не хочу. Он просто собрал их. Точнее, она. Так, а что тут еще-то есть? А, у меня ограниченный этот ресурс. А, кстати, грибы еще. Грибочки. Восстановился. Так, хорошо. Ну, это мы пока не будем... Когда она так потеет, это, короче, значит, что это ей плохо, да? Угу. А, еще плюс можно копать, и там будет что-нибудь полезное, правильно? У этих блинков или... А, ну, в принципе, вот эти свинохряки, да? Ну, прикольно то, что он застрял, это как бы мне... Мне это как бы везет. Сегодня, да? Чего? Какой... Сок сырого мяса... А, нету места. Ой, я понял тебя. Мясо съесть, давай это... Звериная кожа, да ё-моё. А что мы можем со звериной кожей сделать? Подожди. Палку мы не можем, шкура нужна. Ага, и чё дальше? А кость мне зачем? Подожди. Я прощи? А, это можно бросить. Так, кость. Окей. Кость мы нашли. Ага.
конечно, есть. Ага. Так, я хпшку себе поднял и восстановил себе это, да? Тут еще были какие-то кабанчики, да? Ну ладно, подожди, у нас есть еда, да? Правильно, у нас есть мясо немножко. Вот кабаны есть. Здорово. Не бессмысленно пока что брать. Мне пока бессмысленно брать, как его называют? Убивать их, потому что... Можно я это пропущу? Но это какой-то бред, я уже это смотрел. А, какое-то весло очень древнее, однако отлично сохранил. Весло предков я ношу. И чё, а у меня же не было в инвентаре места. Ай-ай-ай, это оружие? Да уйди. Подожди. Я нажал... В смысле? А, весло. Веслом нельзя ничего делать. Мне можно, наверное, только... А реально тут... Подожди, а вот что мне нужно для маленькой сумки? А, подожди, третья. Починка деталей, сутки. О, лодочка из травы. Травяная веревка, 2 штуки. Так. Пальмовый лист, откуда я возьму? Как это... Плотная трава, мне нужна 1 штука и 2 веревки. Надо что-то выкидывать, подожди. Так, стопе. Так, веревку нужно. Так, веревка... Веревка есть. Теперь 2 веревки. Теперь я могу сделать лодку, правильно? Да, могу сделать. Воу, воу, воу. Шикарно. В смысле, а я не могу на нее тебя сесть, что ли? А, могу. А, так это меняет тогда дело-то вообще. Мы будем подниматься сюда или нет? Потом поднимемся, да? Или будем? Или не будем? Не, не хочу, погнали дальше. Ну, смысл, мы уже там, мы это тестили. Ну, это бессмысленная тема пока что. Доплывем до этого острова, посмотрим. Мне нужна палка, я хочу хотя бы там копье сделать или что-нибудь новое. Потому что, ну, мы это, в принципе, уже это все делали. Там есть какой-то прикольный тоже островок, да? Пальмовый лист, чтобы сумку себе сделать, да? То есть, вообще, в целом, я, видимо, как-то... Плохо начинал играть те моменты. Ну, опа, это кто там такой? А, это, наверное, те самые кораллы, которые... Которых нужно бояться. А я думал, ну ладно, хорошо. Я вас понял. Да, вот здесь можно пальмовую листву какую-то насобирать, скорее всего. Так, а, ну и все, она осталась. О, пальмовый лист, шик. Окей. Теперь можем создать сумку, правильно я понимаю? Простая сумочка. А, 5 листов надо, ёл. Много. Слушай, а я там что-то же еще оставил, да? Так, это у нас не собирается, камень нет. А, палка... Ёптва! А вот это грозный чувачок. Зрение. Нельзя ему попадаться на глаза. У меня... Пока нету ничего хорошего. Ой, а что за какашки такие? Копать. Не могу пока копать, у меня нету палки. Надо, короче, разобраться с палкой. Каким-то образом. А там еще и секач. А. Катя, ты меня не будешь трогать? Я же безобидный пока.
Копье найду. Твою мать. Блин, место не закончилось. А вот палку можно взять. Я понял тебя. Так, уйди, инвентарь. Что мы можем кинуть? Кусок сырого мяса использовать. А, ее качает, потому что я понял, отравление пошло. Окей. Костер есть. Так, ну тут я понял, тут все вообще... Рвание, костер. Плотная трава. Нет, оружие. Копье из палки, шкура. Шкура. Давай попробуем копье. Копье, оно какое? Ага. С копьем теперь можно побегать. Подожди. Стоп, нельзя еще побегать. Я что-то выбрасывал? Нет, я ел свое мясо. Так. Ну, точнее, не свое, а просто мясо. Мне нужна трава, блин. Короче, тупняк. А, вон трава. А там ходит этот... Нет? Кто там не ходит? Ой, это что такое? Добывать. Ну, мне кирка, наверное, нужна, чтобы добывать. Да ты надоела, ё-моё. Иди сюда. Сколько там для сумки нужно этого? Вон он, здоровый чувак там. Секач тоже там. Я не про... Твою. Еще и дождь типа будет. Понятно. Что мне нужно для сумки? Пальмовая сумка. Две веревки нужны. С травы. Блин, мне нужно еще одну тогда. Блин, да что за бред? Места нет. Так, ну ладно. Копье кидать... Копье кидать нельзя, наверное. О, он спит. Тупняк-то какой, а. Не, ну это здоровый, его, наверное, копьем не убьешь. Зрение. Вот этого можно завалить-ка, попробовать копьем. Ну, тоже такое себе. Отлично, сумка есть. Все, у меня, короче, в два раза больше теперь этого есть. Нужен молоток, я понял. А, у меня хп-шек нет. Па-па-па-па-па. Какой засранец, смотри, и убежал еще, главное. Большого поднять, наверное, да, скотина? Да ну, блин, за ним, он, че он такой, этот, нах. Нужно поесть. О, а там кто спит? Можно завалить его? Воу-воу-воу-воу-воу!
Да ты попадешь в него. Ты дурак? А, тут если на цель. Ну, взаимодействовать. Убрать цель. Да, конечно, это такое себе. Ну ладно, так, кожа, кость, мясцо. Я мясцо могу съесть? Нормально ее так тянет. Пупашка ушла. Нужно каких-то костей покушать. Ой, в смысле этих ягод. Там тоже какая-то кость. Рубить. У меня нету топора. Подождите, что нужно для топора? Обычно топор из кости, челюсть. Ну блин, тут очень много всего нужно. Оружие, палки. Шкура нужна, а у меня нет шкуры. Это же не шкура. Это же просто кожа. Лодка, простая мачта с паруса. Обычный якорь. И на веревка. Так, так, а давай тогда возьмем сейчас, значит, кость свою и веревок сделаем. А чё, моя лодка там сейчас может уплыть? Я же ее на эту поставил. Мне нужна еда еще, кстати. И палку давай возьмем. Так, больше тут ничего, по-моему, интересного нет. Да? Вон еще одна палку давай возьмем. Спит большой. Так. А, и траву соберем, пока он спит. Твою мать, он проснулся? А! Блин, интересно, его можно убить вообще? Но он здоровый тут. Господи, как ты надоело падать? Ты же паркурщица. Так, подожди, что мне там нужно было для... Якорь мы можем, да? Костер, а зачем мне костер? А, контейнер? А, ну это чтобы как бы обосноваться совсем на острове. Как-то мало для острова, всего три предмета там было написано, да? Что я хотел? Якорь я хотел или нет? Что мне надо сделать? Чё бы я какой-нибудь топор там сделал, да, или что-нибудь того. А, мне поесть надо. Грибочки тут должны быть. Гриб вырос. Гриба нету. Дай. Да, слушай, гриба никакого. А еды... А, вот есть еда. Да, короче, давай попробуем этого завалить. У меня, правда, хп мало. И... С копьем или с этим, с камнем. Давай с камнем попробуем. Мощнорог. На-на. Йо! Да не, это бесполезно, я понял. Если он только забагается, типа вот как этот сикач. И тогда его можно. Не, вообще-то такого с луком, с каким-нибудь. Что-нибудь типа того, не знаю. Не, ну это бесполезно. Ты вы чё, я камнем его буду часа долбить. Это неинтересно. Погнали. Погнали на другой какой-нибудь остров, посмотрим, что там. У нас хп, кстати, блин, мало. Ну ладно. Мы, в принципе, сделали сумку, сделали... не надо толкать. Можно грести. Можно грести, пожалуйста. Толкну. Прикольно. Нет, я хочу грести. Можно грести сделать? А я...
Я могу вообще грести нажать? Алло. Я здесь пройду? Ага. Ну, пройти-то я прошел, ну ладно. Так. Короче, мы там не были, там что-то нужно. Где-то был остров какой-то хороший. КП мало вообще в целом. Вон какой-то что-то там виднеется, да? Поглянь, да тут. Путешествие начинается. Закройте глаза и представьте, что вы на море. Что-то долго плывет там до тут, да или нет? А плот вообще он как, он сможет выдержать такое, да? Ну, наверное, да, не знаю. А, то есть, если меня сейчас, короче, какое-то животное убьет, то я вообще с самого начала буду опять играть, да? Ну, это жестко, да. Историю пока никакую мне не рассказали. А, ну, наверное, нужно, потому что в кристаллы в эти заходить, да? Я, знаю, забил, потому что... Ну, мы там это видели, это ничего такого там нового нам не показало, в принципе, да? Хотя, наверное, там что-нибудь, какие-нибудь предметы прикольные валяются. Вот это весло, например, да, мы нашли. Ну, чисто случайно. Может быть, рыбу можно копьем ловить, да? Может быть, еще такое. Вон там тоже какая-то слева, какой-то артефакт, наверное, будет. Да? Или нет? Слева какая-то скала с артефактом. Да. Да, какая-то скала с каким-то артефактом. О! А, ну тут обычный секач этот, да? Ёп. Мощнорог этот. А как, нет, где здесь прятаться от этого мощнорога? Как убивать этого мощнорога? Как всего много непонятного. А, подожди, а лопату? Что для лопаты надо? Лопата. А, гребень мощнорога. Это вот того чувака, да? Здорово. О, еда. Слушай, может там по... Да ты надоела, а? То ли паркур, то ли ты не паркур. Понятно. Мы в такой фигне были, там нам дали каких-то 40 кристаллов. А еды у меня больше нету, да? А, ну да, мы на такой фигне были. Там просто там типа 40 кристаллов дают и... Больше, по-моему, ничего там не давали. Да, насколько я помню. Да, может, что-нибудь другое дадут. Не-не-не, да, это кристаллы, типа. 40 штук. Это прекрасный ракет на резонер магический. Ну да, это мы. Охотник ловит жертву, что ли? Нам нужно такие три собрать. Да. Бесюшку. Слушай, а если вот отсюда его фигачить? Ну блин, отсюда я камень не докину, правильно? Да, я, наверное, не докину до сюда камень. Да и потом этот камень ему отнимает там 3 хп, а у него вот, сотка есть. Больше. Плюс еще этот ходит, махножук или как вот. В принципе, можно подождать, пока он заснет. Может быть, тогда, типа, его можно качать. Но я не уверен, если... На тебе по жопе. Я вам просто тупо сваливаю, ему вообще неинтересно. Комар укусил за жопу. Ну ладно, если сейчас умрем, так умрем, ничего страшного. Какой-то неповоротливый-то мощнорог. Блин. А он добрый, что ли? Типа он не охотник? Блин.
Он типа ему пофиг или что? Он такой типа. Да, у меня камни кончились, блин. Че он не нападает? Может так и должно быть, типа? А этот сикач типа только нападает. Я опять устал. Не, ну если сейчас этого мощнорога завалить, то в принципе может быть сейчас что-нибудь закрафтится, да, и там лопата какая-то еще. Сикач этот, правда, вот сикач может на это хлобучить. Это обычный, по-моему, да, этот. Это не агрессивный. Ёптель. Где он? Блин, он сзади, походу, да? А, нет, вон тут! Ах ты, скотина! Мощнорогая. А он может быть слепой, типа? На тебе по жопе! А он, походу, слепой. А он сюда может забраться, интересно? Он, походу, слепой, наверное. Или он. Ну, короче, что-то такое. Ну, это тупняк, блин, это долго. Прикольно. Дайте хоть что-нибудь поинтереснее, это оружие. Да, я так его завалю, забей. Ой. Так, что мне там нужно для прощи? Угу. И мне нужны камни еще, да? Тогда типа все будет нормально, да? Или нет? Ну, в целом, да, наверное. Так, давай, погнали, камни собираем. Да убегай. Ой, ё-моё. Нужно забить, короче, эту свинью. Смотрите, что там, короче, новый какой-то будет. Можно что-нибудь скрафтить новенькое будет, да, и... Еда нужна? Без еды тяжело. Да, блин. Ну да, ну это, короче, блин, ну мне не очень нравится. Такая охота для идиотов, что. Блин, я устаю. Вот ты бесишь, а? Ну, короче, блин, ну да, это вообще тупняк, если честно. Ладно, давай сейчас попробуем его довалить, дай. Че он убегает-то? А, у него, наверное, хп мало, он убегает. Вот этот прикол!
Чего? Ты чё, дурак? Зачем это делаешь? Не надо. Не надо. Камень. Давай камень свой сюда. Блин, вот сколько я уже потратил на него камней, и я еще пару раз его, по-моему, ударил по жопе копьем. Ну, типа, блин, ну это долго. Ну, типа, понятно, что это, типа, на начальном уровне это самое. А ты-то что сюда скачешь? Пырь. Иди отсюда. Понятно, что это начального уровня оружие, но все равно, как бы, очень долго. Я уже сколько трачу, минут 20, наверное, тупо бегаю, хочу завалить этого мощнорога. Так, ладно, погнали, короче. Он сейчас заснет, ему нужно, можно копьем будет. Опа. Еда, кстати, да, еда нужна. Да, нужна. Собака. Какая рубить? Не, ну сколько камней-то с собой надо таскать? Камни два. Да блин, еще и камни все куда-то деваются. Дай камней, слышь. Игра. Это застревает в каких-то попычных камнях. Что? Давай, иди сюда. Я не могу кинуть копье в него. Да, он, походу, то ли слепой, то ли я не знаю. Что такое? Как-то не особо. Свин такой, да? Тут взяла, забралась зачем-то. Что происходит? Че, он сегодня за мной охотится? О, остался один удар. Копьем. Или не копьем. О, хорош. Завалили птицу. Чё там нам дает? Гребень мощнорога. Два куска сырого мяса. Так, теперь можно что-то сделать, правильно я понимаю? Короче, да, животное огромное, но тут тупое, тупое немножко и, короче, неприкольное вообще. Подожди. А, я могу взять лопату, да? Либо я молоток могу. Зачем мне молоток? Разламывать предметы. Можно добывать что-то. Обычно топор. Либо топор сделать. Не, не могу топор сделать. Простая сумка. А у меня есть сумка. Ну давай сделаем лопату. Помните, там какие-то были животные, где можно было копать? Вот эту вот штуку, по-моему, можно было копать, да? А, и глину. Что с глиной можно делать?
Тоже какой-нибудь, наверное, что-нибудь прикольное. Нет, пока ничего из глины нельзя. Ой, ладно. Ребят, если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Это была игра Windbound. Как-то так. Всем счастливо, всем пока.